Папа, дай мне просит сын 2000 рублей. Папа, дай мне просит дочь 2000 рублей. Нужно мне 3000, говорит жена. С вами что случилось? Удивляется отец. Папа, у тебя же завтра 23 февраля. Ты жена пообещала подарить подарок 23 числа в феврале, конечно. Мне не терпится узнать, какого же цвета Ленуски подарят. Когда я долго не могу заснуть, то говорю себе, что если ты не уснешь, пойдешь качать ты пресс. И засыпаю я мгновенно. С глобальным потеплением бороться должен каждый и в меру своих сил. И он не должен думать, что он ничто не может. Готовясь, блин, закрой окно, и так тут холодрига. Мужик спросил в театре громко, что у нас идет сейчас. Ему сказали, что Спартак. Тогда мужчина офигел, сказал он, нифига себе, в театре тут идет Спартак. Ему сказали быть потише, тут потому что не футбол. Мужик сказал, можно подумать, на стадионе Спартак футбол. Мужик читает объявление, вот там кому-нибудь собаку. Она хозяев покусала, он говорит своей жене. Ты не поверишь, я нашел собаку для твоей мамаши. Одна молодая мама решила шубу примерить. 4-летняя дочка решила маму порадовать. И мама очень красивая. А мать говорит, то правда. А дочь говорит, конечно, на нашу овчарку похожа. А почему вы без бахил? А я знакомый главврача. А микробы это знают? Подписываемся, кликаем на колокольчик.